Собираемость по платежам за коммунальные услуги в летние месяцы несколько снижается, а вот перед Новым годом этот показатель, напротив, увеличивается. Об этом говорит статистика Единого расчетно-кассового центра. В конце лета и в начале осени, то есть в августе и в сентябре, этот показатель стабильный. К примеру, в августе 2012-го за коммунальные услуги жителям города было начислено 43 миллиона рублей, а оплачено было в итоге чуть больше 41 миллиона, что составляет 95,6%. В сентябре разница между начислением и фактической оплатой тоже невелика. В октябре же платежи способность жителей города снизилась. Из 54 миллионов оплачено было только 48. А вот декабрь по праву считается самым показательным по собираемости долгов за коммуналку. Начислено 59 миллионов, оплачено 66. Январь и февраль – месяцы провальные, а затем к марту и апрелю показатели собираемости вновь увеличиваются. Стабильными они остаются вплоть до начала отпускного периода.